Кириллицы. Готовы смотреть заключительное выступление. Догадались, что на сцене Бомба-Лейла. Смотрим. Рано или поздно в жизни каждой женщины наступает момент, когда в караоке она поет именно эту песню. Вот таких императриц немало видели вы на своем веку. И, как правило, всходили на престол сие величество к утру. Только связкам не прикажешь, и придется это слушать всем, увы. Появился другой. Я тебя забыла, я тебя не помню. Тропикана женщина горяча и бешена. Ну и, конечно, гичи-гичи я-я-дза-дза. На самом деле там больше раздвоение личности, мы просто решили вот про это спеть.